Четвертое измерение. Духовный мир. Зная ключи, ты владеешь ситуацией. Бог, который встречается с человеком на территории мечты. Бог, который творит чудеса. Он творит их в жизни тех людей, которые имеют эти ключи. Ключ Давидов – это откровение. Откровение о том невероятном чуде. Откровение о том невероятном поклонении. Когда мы говорим о ключах, мы должны знать, четвертое измерение – это ключ. Наставление в вере – это ключ. Люди, которые неправильно научены в церквях, это люди, которые страдают. Люди, которые научены тому, что Бог наказывает, что Бог дает болезни, что Бог, Он может ненавидеть человека, что Бог недобрый. Это люди, которые переживают на себе страшные последствия этих проповедей, этих учений. Но сегодня мы не можем говорить на Бога неправду. Бог, Он не тот Бог, который дает людям болезни, нищету и страдания. За всеми страданиями в этом мире стоит дьявол. А Бог – это Творец всего самого прекрасного, что мы можем видеть. Для того, чтобы двигаться в четвертом измерении, мы должны знать эти четыре шага. Мы должны всегда знать, чего мы хотим. Авраам, он хотел потомства, и Бог вывел его из шатра и сказал: «Посмотри на звезды». Авраам, он сидел, возможно, у костра и поднимал свои глаза к небу и считал звезды. И так проходили часы. Зная то, чего ты хочешь, имея мечту, имея четкую, ясную цель, ты уже на правильном пути. Второй шаг – это пламенное желание. Глядя на это пламя, я понимаю только одно, что дьявол, он хочет потушить пламя внутри нас. Что дьявол хочет залить водой сомнений нашу веру. Дьявол хочет потушить всякую страсть, которая внутри нас. И самое главное для нас в жизни – это пронести через годы, через десятилетия и, в конце концов, через всю жизнь тот огонь, который Бог зажигает в наших сердцах. И сегодня я смотрю на это пламя, и я говорю сам себе: «Бог, я хочу, чтобы это пламя, оно горело в моем сердце в самые трудные времена, во времена больших кризисов, во времена испытаний, во времена самых тупиковых ситуаций. Пусть этот огонь любви, он горит. Пусть он горит во времена изобилия, во времена благословения, во времена твердости и защиты. Что бы ни происходило в моей жизни, пусть этот огонь горит. Я хочу сказать тебе, дорогой, в твоей жизни самое главное, чтобы этот огонь не погас, чтобы он горел, чтобы эта вера, движимая любовью, она наполняла твое сердце, и это пламя горело сильнее и сильнее, и чтобы никакие реки не могли потушить этого огня. Люди проходят свой жизненный путь, они что-то начинают, они загораются, но они похожи на эту маленькую спичку, которая вдруг потухла.
И спустя короткое время пропадают все желания, пропадает видение. Люди начинают служить Богу, потом все исчезает. Почему? Потому что внутри они позволяют, чтобы этот огонь кто-то потушил. И всегда есть Бог, который подкладывает дрова в этот огонь. И есть дьявол, который пытается лить воду на это пламя. И ты должен сам решить, кто победит. Это не решает за тебя Бог. И это не решает за тебя дьявол. В этом вопросе принимаешь решение только ты. Не смотри на испытания, не смотри на изобилие. Что бы ни приходило в твою жизнь, сохрани огонь. Я видел людей, которые попадали в серьезные испытания, и они тушили этот огонь. Они принимали решение, давали дьяволу потушить. Я видел людей, которые зарабатывали огромные деньги, и через это они говорили дьяволу: да, можно потушить. И их огонь угасал. Но также я видел людей, которые во время испытаний, они продолжали гореть, и во время изобилия, и когда они зарабатывали миллионы, они продолжали гореть. И это самые твердые люди. И они сказали только Богу: да, Господь, подкладывай дрова в мой дух. И я знаю, что именно ты должен быть таким человеком. Именно ты. И это твое призвание. Четвертое измерение. Это так важно. Сегодня, в это время, мне хочется всем людям рассказывать о том, что через концентрированные видения и образы в нашем воображении мы можем творить предстоящие события в нашей жизни, что посредством концентрированных образов в нашей голове мы можем влиять на предстоящее будущее. Посредством удержания конкретного образа, ярко очерченной картины в нашем воображении, мы можем полностью отменить всякое грядущее негативное событие в нашу жизнь. И мы можем воспроизвести и материализовать конкретную ситуацию в нашей жизни. Мы можем изменять обстоятельства. Мы делаем это не сами, это делает Бог, который есть Творец неба и земли, а самое главное — Творец нашей души. И этот Бог, когда Он нас сотворил, Он вложил в нас этот канал, через который Он действует. И этот канал — это наши помышления. Мысль, которая задерживается в нашей голове, и она повторяется много раз, она превращается уже в конкретное действие, она уже превращается из существительного в глагол и проваливается в наш дух, в наше подсознание. Наш дух, он соприкасается со Вселенной, с этим духовным миром. И именно то, что в нашем духе будет сотворено в физическом мире. Поэтому то, что мы имеем в физическом мире, это яркое отображение того, что есть в нашем подсознании. В наше подсознание могло быть вложено в нашем детстве поражение, страх, неудача, неуверенность. Но когда мы начинаем вдруг просыпаться для того, чтобы обновить наш дух, обновить наше подсознание посредством обновления мышления, посредством задержания конкретных мыслей, вырабатывания новых привычек в нашем мышлении, это очень важные вещи. Через это мы обновляем свой дух и влияем на конкретную материальную и физическую сторону нашей жизни. Мы влияем на обстоятельства и предстоящие события. Мы создаем ситуации. Мы притягиваем в нашу жизнь определенные вещи, людей, обстоятельства, ситуации, финансы, здоровье. Все это реально. Люди, которые не знают этого, они не знают секрета, что посредством обновления мышления ты начинаешь познавать Божью мудрость. То есть у Бога есть план, идея и мысль относительно твоей жизни и конкретной ситуации. И когда у него есть эта мысль, план и идея, это как видение, оно опускается в твою голову, ты становишься самым успешным человеком. Ты отличаешься от всех людей. И все, как будто в этом мире для тебя. Для того, чтобы это иметь, нужно знать о этих тайнах, нужно знать ключ. Люди, которые не знают это, дьявол навязывает им мысли. И у дьявола есть свои идеи, планы и мысли для их ситуации. Поэтому люди начинают переживать в своей голове. Они переживают мысль,
идею и план от дьявола, но думают, что это ихняя мысль. Они думают, что они пораженные люди. И эта мысль и идея, она вдруг поселяется у них в голове. Они ее повторяют несколько раз, она проваливается в их дух, в их подсознание, и они начинают так жить. Для того, чтобы этого не было, человек должен знать тайну. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Все негативные мысли никак не связаны с Богом. Они связаны только с дьяволом. Идея, мысль, план от дьявола, он приходит в голову людям. Люди вдруг начинают думать, у них появляется мысль и желание развестись со своей женой. И они начинают крутить эту мысль, повторять ее до тех пор, пока эта мысль не становится частью подсознания. И потом неизбежно происходит развод, даже без всякого видимой на это причины. Люди вдруг начинают получать мысль о самоубийстве. И у них появляется желание повеситься. У них желание вскрыть себе вены. Они не могут по-другому. Эта мысль повторяется до тех пор, пока вдруг они не начинают это делать. Многие люди вокруг, они страдают от этих навязчивых идей, которые им дает дьявол. Сегодня приходит новое время. Я верю, дорогой друг, что это время для тебя, для того, чтобы ты узнал, что все эти идеи, которые были в твоей голове, которые не являются позитивными, за ними стоит дьявол. Это не ты и не твой характер. Это не ты, не твоя сущность. Дьявол обманывает тебя, говоря, что это твои мысли. Это его мысли. Но когда ты начинаешь узнавать Бога, все меняется. И начинается новая жизнь. Жизнь в победе принадлежит нам. Вот он, этот костер, это пламя. Это то, что должно гореть в нашем сердце, когда мы входим в четвертое измерение. Это то, что не должно погаснуть через неделю, через месяц, через год, через 10 лет. Это то, что должно гореть всегда. Вот оно. Мы должны молиться об уверенности. Это третий шаг. И когда мы молимся об уверенности, когда мы просим Бога дать нам уверенность внутри, это ключ. Уверенность. Я знаю, четвертый шаг – это говорить слово. И то, что я сейчас говорю, нужно говорить теперь тебе. Ты победитель. Ты успешный человек. Ты помазанный человек. Ты человек здоровый и крепкий. Не смотри на свою болезнь, начни говорить это, начни себя видеть таким. И ты увидишь, как твоя болезнь вдруг исчезнет. Не смотри на свои кредиты и долги, на свою нищету и нужду. Начни говорить, что ты процветающий, начни видеть себя процветающим. И ты увидишь, как вдруг все долги начнут исчезать, и потоки финансов пойдут прямо в твою жизнь. Сегодня начни говорить, что ты счастлив. И говори это, и постарайся видеть себя таким. Ты должен видеть себя таким. Итак, четвертое измерение. Это в самом деле ответ для тебя. Я молюсь за тебя, мой друг, чтобы у тебя все получилось. Господь, я молю тебя. Пусть у каждого получится. Получится изменить свое мышление, обновиться духом ума, войти в четвертое измерение и изменить свою судьбу. Во имя Иисуса Христа. Да будет так. Амин. И сейчас я хочу сказать каждому из вас. Саммит четвертое измерение. Это время для тебя. Все, кто в самом деле жаждут учиться, жаждут изменений, которые верят Богу. Я жду вас. Приезжайте, мы будем вместе учиться. Будем вместе проходить это время. Каждому из вас нужно знать. Это привилегия попасть на саммит четвертого измерения. Я знаю, что в этом году многие люди, многие желающие, они не попадут. Потому что места ограничены. Но я знаю, что кто-то из вас, ты мой друг, ты должен успеть. Ты должен успеть, и ты должен попасть. И я ревную за тебя, чтобы у тебя все получилось. Пусть Бог тебя обильно благословит. Я жду тебя. Счастливо.